Вот это... Бич все. Ну, это Вовка выглянул, увидел нашего соседа. Ты говоришь, если это родина, то нафиг она мне нужна. Скоро же действительно ничего, лет через 200, через 300, ну, может, через 500 действительно проблема будет. Ну, может быть, изменится мышление. Проблема будет раньше, конечно. Раньше, да. И ну, потому, поэтому улететь, а сейчас не, ну, еще была, можешь... была ли жизнь на Марсе. Там все загадили, улетели, прилетели на Землю. Однажды, года 4 назад, мы приезжаем сюда и видим, что у нас взамен развалившегося забора стоит новый, красивый, по-крестьянски сделанный забор. Встречаю Виктора. Я говорю: Виктор, это ты сделал забор? Ну, я. Хорошо, возьми деньги. Не для денег сделано.